Сегодня я бы хотел поговорить о парках, но о парках не с точки зрения практика, а, ну, скажем так, историко-философский взгляд на парки, о том, что это такое, какую роль они играли и играют, и будут играть в жизни нашего общества. На самом деле, явление очень интересное, заслуживающее особого внимания и осмысления. Ну вот, что я для себя сделал, какие интересные выводы, когда изучал этот вопрос. Вы знаете, парки как явление стали появляться еще в глубокой древности, когда первые уже развитые цивилизации появились на нашей планете. Конечно же, это египетская цивилизация Междуречья, Китай, Индия. Именно там стали появляться первые парки. И первое, что там характерно для парков этих цивилизаций, было то, что это были практически везде образования, созданы для крайне ограниченного круга лиц. Предельно ограниченного правителя, его ближайшего окружения и жрецов. Потому что было два вида парков. Это парки, скажем так, дворцовых ансамблей и храмовые парки, храмовые комплексы. Ну вот, например, мы даже знаем, все знаем одно из семи чудес света. Это сады Семирамиды, которые были построены в Вавилоне и прославили этот город. Историю даже возникновения этого, ну, это фактически парк, многие знают, да, хотя на самом деле Семирамида – это неправильное название, да, то есть там была другая жена царя, которую привезли действительно с севера, и которая настолько скучала о своих, о своей родине малой, где было прохладно, где было много деревьев, холмов, что она попросила, ну, или скучала так о своей родине, что ее любящий муж решил воссоздать ей привычные пейзажи, поэтому был создан действительно такой огромный комплекс в виде такой фактически зиккурата, который был практически полностью озеленен, там текла вода, было очень красиво. Но, повторюсь, это была лишь привилегия для крайне узкого круга людей. То же самое мы видим в Египте, где парки создавались и для фараонов, и даже возле усыпальниц фараонов, для того, чтобы душа почившего монарха могла наслаждаться этими садами. Хотя в том же Египте было очень много и храмовых парков, но опять же ими пользоваться могли только жрецы этих храмов. Вот, например, известный фараон Рамзес II был славен не только тем, что много создал храмов, дворцов, но он еще создал более 500 парков, подарив парк свой практически каждому храму Древнего Египта. Особенно славились, конечно, парковые комплексы Китая, где тоже император и его ближайшее окружение могли наслаждаться прекрасными садами. Собственно говоря, именно оттуда парковое искусство потом проникло и в Европу. Хотя вот Древняя Индия была немножко особняком, там парки были, но там были в том числе парки, доступные для широких слоев общества, но это было скорее исключение, которое подтверждало правило. Но прошли годы, прошли даже столетия. В эти столетия, конечно, вошла достаточно непростая, интересная история античности, хотя в Древней Греции, в Древнем Риме парковые комплексы тоже были очень такие небольшие и более закрытые, скорее, как привилегия тоже богатых людей. В Средневековье парки стали, ну, практически исчезли. Они остались только при небольших монастырях, там им было добавлено еще культовое значение. Любой монастырь или храм старались помимо своего здания еще благоустроить прилегающие территории, имитируя таким образом Эдемский сад, да, райский сад, который имеет особое значение для христианства. Но в остальном города средневековой Европы, конечно, представляли собой жалкое зрелище, да, грязные узкие улицы и практически полное отсутствие зелени. Поэтому новый, скажем так, этап развития паркового искусства человечества был связан, конечно же, с эпохой Возрождения в Европе. Причем пришло оттуда парковое искусство, как считают специалисты, из Китая. Путешественники, которые, ну, вспомним того же Марко Поло, да, который бывал в Китае, которые привезли знания и впечатления о том, какие могут быть прекрасные парковые комплексы. Эта идея быстро
была воспринята сначала в Италии, потом во Франции, где стали один за другим появляться очень интересные парки, но парки, которые относились все к стилю так называемой регулярной парки. То есть это парки, которые очень благоустроены, очень правильной такой геометрии, где насаждения были максимально обработаны, да, человеком или подработаны, то есть подстрижены там в виде различных фигур или там, ну, геометрических, либо животных, кусты, деревья, строгие аллеи. И более того, эти парки были скорее продолжением архитектурных комплексов. Ну вот классический пример, все его видели, знают, ну по крайней мере на открытках или на телевидении, это дворцово-парковый ансамбль Версале, да, который вот является одним из самых таких ярких парков того времени. Но опять же мы понимаем, что это было исключительно привилегией короля и его там ближайшего окружения. Ну плюс это еще играло роль, скажем так, презентационную, да, то есть гости, дипломаты, там, иностранные какие-то послы тоже могли увидеть всю эту красоту и восхититься, и, скажем так, понять могущество правителя. Правда, чуть позже, уже в 18 веке, стал появляться новый стиль паркового искусства. Это были парки уже пейзажного типа, то есть они предполагали другую концепцию, что в городах достаточно много и так регулярной застройки, да, строгой геометрической, поэтому лучше сделать парковые комплексы более естественные, природного такого плана. И вот это знаменитые английские парки, которые стали появляться тоже как части различных дворцовых комплексов, каких-то там загородных домов, опять же, богатых людей. Эти парки были исключительно привилегией элиты, которая, ну, мягко говоря, не была в восторге от того, что простолюдины могли туда зайти. Поэтому, кстати, такой нехорошей традицией с того времени стало огораживание парков, то есть создание таких больших очень заборов с заостренными пиками, да, для того, чтобы простые люди не могли туда пойти. И вот им оставалось только в щелочку наблюдать за тем, как богатые и сильные мира сего, да, наслаждаются зеленью. Но уже в самом конце 18 века, а на самом деле уже в 19 веке, подходы стали меняться. Потому что, вы знаете, очень символично, что первый, ну, как считают специалисты, первый общедоступный европейский парк возник в городе Мюнхен, Германия, в 1789 году. Это год, как вы знаете, год Великой Французской буржуазной революции, стал таким символом, да, что по-новому стали смотреть на многие вещи, в том числе и на парки. И вот, соответственно, в Мюнхене появился первый парк, а потом один за другим в европейских городах стали появляться парки, которые, в которых могли находиться уже простые люди, могли гулять. И появление вот таких общедоступных городских парков в Европе в первой половине 19 века стало второй парковой революцией. Если первое это было появление парков сначала для элиты в Европе, то это уже стала вторая революция. И один за другим в городах Европы, в частности, кстати, в той же Франции, да, которая стала такой локомотивом внедрения передовых технологий. Вот, знаменитый, допустим, Булонский лес, который был часто очень фигурировал в различных произведениях и литературы, и живописи. Это был фактически тоже такой парк, где обычные парижане могли отдыхать и наслаждаться зеленью. И вот постепенно эти парки начинают появляться, развиваться. Это наблюдается в течение 19 века. То же самое происходило и в России, да, хотя мы достаточно быстро прошли оба этапа. Да, то есть если в 18 веке у нас появляются сначала парки, опять же, по примеру европейских элитарных парков для правителей, ну, знаменитый парковый комплекс Петергофе, например, да, это же все комплекс парков вокруг дворцов, да, где российские императоры тоже проводили свое время. Но уже в 19 веке стали появляться первые такие общедоступные парки в нашей стране, где горожане также могли общаться с природой. Ну а потом наступил 20 век с его бурными, достаточно активными переменами, и наша страна, надо здесь отметить, стала тоже одним из фактически пионеров третьей уже парковой революции, потому что советские власти, которые
заявляли, да, о том, что они хотят очень много изменить в качестве жизни простых людей, трудящихся людей, говорили это и, имея в виду в том числе и парки, потому что парки – это качество жизни, это возможность совершенно по-новому жить в городе. И поэтому, естественно, все закрытые ранее парки стали общедоступными. Кроме того, стали один за одним появляться и новые парки, которые подчеркивались принципиально, что они именно для трудящихся, для простых людей. И они проектировались уже по-новому, и они стали называться по-новому. Это российская, или точнее советская традиция, парки культуры и отдыха. Поэтому там стали появляться различные и спортивные объекты, и культурные объекты, и всевозможные площадки для различных мероприятий. И, естественно, ну, вот классический пример – парк Горького, да, в городе Москве. Хотя и наш Барнаул в этом плане тоже не отставал. И если парк Горького был разбит в 1928 году, то вы знаете, что уже в 1932 году в городе Барнауле возник первый фактически такой парк уже нового типа. Это парк Изумрудный. И он так и назывался, да, это был парк Меланжевого комбината, да, то есть мы знаем, что как раз в начале 30-х годов в Барнауле было построено первое крупное промышленное предприятие, это Меланжевый комбинат, и для работников, в первую очередь, этого предприятия создавался целый комплекс жилых домов, так называемый соцгородок, да, в районе как раз улиц Калинина, Пионеров, Профинтерна. И для работников же этого завода создался парк Меланжевого комбината. И даже, посмотрите, колоннада парка Изумрудный, она точности повторяет колоннаду Меланжевого комбината, да, чтобы работник утром мог идти на работу, встречать эту колоннаду на своей работе, а вечером идти через такую же колоннаду в парк и отдыхать. Поэтому Советский Союз внес большой вклад именно в демократизацию парков, в открытие их для широких слоев населения. Естественно, и европейские страны в этом не отставали, понимая, что это очень важная часть жизни горожан. И поэтому и тот советский тренд, который был задан, он тоже был подхвачен западными странами, которые тоже старались максимально демократизировать парки, открыть их для общества. Единственное, что там, конечно, был более глубокий подход к проектированию парков, к их развитию. В частности, например, привлекались к этому не только выдающиеся дизайнеры, архитекторы, но даже философы, культурологи, для того, чтобы насытить смыслами эти территории. Ну вот, уже в конце 20 века, начале 21 века мы видим новую, уже, наверное, четвертую парковую революцию, которая сейчас со всей силы набирает обороты и которая одну за другой включается в разные страны и города мира. Суть этой парковой революции в следующем. Если до сих пор считалось, что парки должны быть расположены в городе, да, и был такой подход, парк в городе, то теперь концепция изменилась. Теперь идея была «город в парке», что теперь город должен максимально превратиться в парк. И озеленить необходимо любой доступный для этого участок территории. Логика была очень проста. Коль мы вынуждены жить в городах, а в городах много, скажем так, плюсов для жизни, но есть и серьезные минусы. Они связаны как раз с отдаленностью от природы, со стрессами, с загазованностью, с загрязнением окружающей среды. И вот как раз идея возвращения парков в города и превращения городов в парки фактически позволяет нам и получать преимущество города, и в то же время жить в природной среде. И мы видим, как один за другим в городах, ведущих городах мира, возникают самые интересные, яркие проекты, когда в парке превращают все, буквально заброшенные производственные территории, заброшенные автострады или железные дороги, какие-то набережные и так далее. И буквально все превращается в парки. Ну, посмотрите, в Испании, например, знаменитый мадридский Рио-парк, где понад рекой шла автострада 11 километров, ее убрали под землю полностью и сверху по обе стороны реки посадили прекрасный парк. То же самое сделали и в столице Южной Кореи, Сеуле, где до этого закопали ручей, по нему проложили автостраду, а теперь наоборот –
ручей раскопали, автостраду убрали, и вся эта огромная территория превращена в процветающий парк. Поэтому сегодня все города идут в этом направлении. Они понимают, что парки сегодня это не только качество жизни, это не только здоровье людей, это еще и престиж городов, это их привлекательность для инвесторов, для креативных людей, для молодых и творческих людей, которые готовы жить в этих городах. Поэтому сегодня мы буквально на пороге настоящей парковой революции. К чему она приведет, пока сложно сказать, но нам нужно всем понимать, что отставать в этом плане нельзя. И я рад, что Барнаул в последние годы в этом направлении активно двигается. Поэтому надеюсь, что все у нас получится. И в эту парковую революцию мы сумеем вписаться.